Итак, бежит масло у нас. Тут, в общем, с этой стороны, сверху, ничего не видать, конечно, откуда оно бежит. Но вот здесь вот, на защите, видим, что вот капает там, где отверстие под сливную пробку. Поэтому будем откручивать, поднимать сейчас и откручивать защиту, смотреть, откуда капает. Так, друзья, подняли на бруски по две штуки с каждой стороны. Тут у нас домкрат один на 32 тонны, с той стороны на 15. Дополнительно трафуют. Так, ну и вот видим, откуда бежит масло. В общем, трещина одна раз. Сантиметра сфокусируется. Сантиметра 3-3,5 в длину она. И такая вот угловая, тут еще трещина около сливной пробки. Вот два. Ну почти они тут сошлись уже даже, можно сказать, да? Сейчас дождемся, пока отсюда масло все стечет. Подняли ее, она должна вот по максимуму у нас течь. Заделаем все это холодной сваркой на время и поедем, скорее всего, на подъемник, потому что погода неизвестна какая будет. Ковыряться на холоде тут не особо, честно говоря, хочется, в снегу. Поедем на подъемник снимать поддон и смотреть, либо ставить новый, либо это отварить. В общем, дождались мы, когда масло более-менее стекло отсюда. Сейчас идет, конечно, немножко, но уже не так сильно. В общем, сейчас вытрем еще раз, почистим чуть-чуть чистителем карбюратора. Ничего шкурить, обезжиривать особо не будем, потому что достаточно большие все-таки пробоины, и было принято решение все это снимать и заваривать. В общем, взяли вот мы, вернее, вот у меня уже был изначально вот такой, я им чугунные трубы склеивал, холодная сварка, такая вот она двухкомпонентная. Смешать ее надо в пропорции 1:1, хорошенько все размешать, и можно наносить и ждать, когда затвердеет. Это сейчас мы сделаем, нанесем, дождемся, когда высохнет, и поедем снимать все здесь, потому что не очень удобно все-таки это делать, все снимать и заваривать поддон. По факту, как все будет сделано, покажу. Так, ну вот, замазали холодной сваркой. Ждем сейчас, когда высохнет. Опускаем и поехали. Друзья, 28 апреля. На Урале весна вовсю идет. Вот такая красота кругом. Я напоминаю, что мы делаем ремонт в полевых условиях, поэтому пришлось пока немножко процесс приостановить.
общем, пробили поддон, масло течет, надо снимать. Сейчас дождемся немножко улучшения погодных условий, возможно, на майских праздниках случится чудо. В общем, все вот в таком состоянии. Здесь вот у нас прям вообще море. В общем, дождемся, когда станет чуть-чуть по суше, потому что в таком состоянии, конечно, ремонтировать не очень удобно. Всем удачи, надеюсь, что у вас будет погода получше.